не заметил, как наследил. В Бобруйске мужчина залез в чужое жилище, устроил погром и украл недешевый байк. Велосипед же оставил на хранение незнакомому человеку. Как удалось найти домушника? К вам приехал ревизор. Два раза в неделю чистится вообще сарай. Вот здесь, ну, сейчас трактор вот коровник почистит, приедет сюда. Сотрудники прокуратуры ежедневно мониторят фермерские хозяйства. Кто на карандаше? Следствие вели больше 10 месяцев. В Бобруйске вынесли приговор убийце трехлетней девочки. Неоднократно избивал руками и неустановленными предметами девочку. Где он встретит старость? Это сирена «Громкие ЧП» за неделю и страшная правда из жизни города. Мы уложимся ровно в 10 минут. Засекайте. Неоправданная жестокость. В Бобруйске осудили местного жителя за убийство трехлетней девочки. Приговор – пожизненный срок, как альтернатива смертной казни. Отбывать наказание придется в исправительной колонии особого режима. Плюс выплатить штраф в размере 6400 рублей. Убийство же произошло 6 октября 2021 года. 27-летняя местная жительница оставила свою малолетнюю дочь под присмотром 31-летнего сожителя. Пьяный мужчина в течение дня избивал ребенка, хватал за волосы, ударяя ее головой о плитку в ванной. Когда мама пришла с работы, малышка уже спала. Под утро она начала задыхаться. Женщина позвонила в 103. Несмотря на усилия врачей, ребенок скончался в машине скорой прямо возле подъезда. Как установлено в ходе судебного следствия, обвиняемый на протяжении длительного периода времени с июня по октябрь 2021 года, находясь по месту жительства, будучи в состоянии алкогольного опьянения, неоднократно избивал руками и неустановленными предметами девочку, причиняя ей побои, телесные повреждения различной степени тяжести, а также психические и физические страдания. Приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован в апелляционном порядке. Посиделки с плохим концом. В Могилеве убит местный предприниматель. По информации следствия, утром 30 июля 34-летний бизнесмен отдыхал дома у 51-летнего приятеля. В ходе внезапно возникшего конфликта мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ударил им гостя. От полученных ранений мужчина скончался. Подозреваемый задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Ранее фигурант уже был судим за аналогичное преступление. По горячим следам в Бобруйске судебные эксперты по отпечаткам пальцев нашли вора-домушника. Злоумышленник проник в один из частных домов города, устроил там погром и вынес велосипед стоимостью 500 рублей. Соседи уже после заметили разбитое окно и сообщили хозяевам, которые вызвали милицию. На месте преступления криминалисты нашли следы подозреваемого. Им оказался 35-летний местный житель, ранее уже судимый за кражу. Правоохранители задержали указанного гражданина. В отношении него возбуждено уголовное дело. Установлено, что на следующий день после кражи бобруйчанин на похищенном велосипеде приехал на вокзал, где познакомился с женщиной и поехал к ней в гости. Велосипед же оставил на хранение незнакомому человеку, договорившись, что завтра заберет его. Однако не успел это сделать. Такой случай не единичный. Зачастую похищенный транспорт разбирают на запчасти, сдают в ломбард, продают за полцены, что усложняет поиск. В стране за текущий год уже возбуждено порядка 112 уголовных дел. Клубы дыма. Накануне вечером в Бобруйске произошел пожар. О пламени в районе первой проходной Белшины сообщили очевидцы. Как позже выяснилось, горел бытовой вагончик. Спасатели ликвидировали возгорание, пострадавших нет. Сам транспортер полностью уничтожен. Специалисты проводят проверку. Предполагаемая причина – неосторожное обращение с огнем. МЧС напоминает, в случае ЧП незамедлительно нужно звонить по номеру 112. Легче дать, чем сесть. В Могилеве за попытку дать взятку инспектору ГАИ задержан бесправник. Наряд ДПС остановил БМВ для проверки документов. За рулем находился 31-летний житель областного центра, который уверял, водительское удостоверение забыл дома. Оказалось, мужчина лишен права управления и за последний год уже в третий раз попал в поле зрения ГАИ. За неоднократное бесправное вождение мужчине грозила уголовная ответственность. Чтобы ее избежать, нарушитель предложил сотруднику 200 долларов, но, получив отказ, оставил деньги в служебном авто.
Жизнь дороже скорости. 2 августа около деревни Большие Бортники Бобруйского района произошло ДТП. 62-летний минчанин на Сузуки при совершении обгона столкнулся с Volkswagen, который двигался в попутном направлении и поворачивал налево. Как итог, 62-летняя пассажирка немца с травмами госпитализирована. К слову, водитель японца находился в состоянии алкогольного опьянения. Его медицинское свидетельствование показало наличие 2 промилле алкоголя. МВД продолжает сопровождать уборочную. В регионах рейдовые группы проверяют сельхозтехнику, ее учет, укомплектованность машино-тракторного парка и сохранность урожая. Милиционеры уже выявили 95 преступлений и свыше 350 правонарушений в АПК. На этот раз прокуратура района выехала на молочное производство. Здесь важно не позволить отдельным руководителям хозяйств помешать обеспечению продовольственной безопасности страны. Татьяна Горбач проинспектировала фермы. Животноводческий комплекс Михалевской Нивы – одно из многих крепких хозяйств в регионе. 4 дойные фермы и 3 по выращиванию молодняка, более 4000 голов скота, достойные показатели по производству и реализации молока. Но даже сюда приехала прокурорская проверка. Первая остановка – товарная ферма Химы. Старший помощник прокурора и главный ветеринарный врач Бобруйского района проверяют условия содержания коров и телят. Чистка здесь механизированная. Здесь трактор. Да. Когда последний раз проводили? Два раза в неделю чистятся вообще сараи по кругу. Ну, вот здесь. Ну, сейчас трактор вот коровник почистит, приедет сюда. Молодняк содержится отдельно. Условия неплохие. Подстилки сухие, телята здоровы, но явно страдают от летающих насекомых. От зоркого ока проверяющих не ускользает ни одна деталь. Есть претензии к санитарии. Стойла в коровнике не убраны. Бросается в глаза высокая занавоженность. Не произведена качественно подстил и чистка. За счет этого мы можем получить такие заболевания, как маститы у коров, либо какие-нибудь респираторные заболевания у животных. Вот. В связи с этим может возникать потеря продуктивного поголовья. Обеспечение животных качественными кормами на особом контроле. В этом году в хозяйстве заготовлено 17,5 тысяч тонн сенажа со злаково-бобовых трав, 16 центнеров кормовых единиц на условную голову при задании 13. Буренки точно будут сыты, но вот с хранением смеси есть небольшие проблемы. Для того, чтобы не повредили животные, либо посторонние пленку. Нужно огородить их же тоже, да? Следующий пункт проверки – молочно-товарная ферма «Слобода». Сытые ухоженные коровы, любо-дорого посмотреть. А вот бытовое помещение для рабочих явно подкачало. Света нет, воды нет, душ не работает, отсыревшие стены покрыты плесенью. Проблемы и с кадрами, которые как бы не хватает немножко. Ну и тоже финансовые есть вопросы. Не всегда все успеваем. В этом плане. Ну, как бы не то, чтобы успеваем, а это все нужно и где-то купить, где-то что-то поремонтировать. В принципе, ну, как бы движемся в хорошем направлении. Исправляем, если есть какие-то нюансы. И стараемся их не допускать. Прокуратура района на постоянной основе проводит рейды в сфере АПК. Проверка Михалевской Нивы плановая. Цель – не наказать, а указать на недочеты в работе и, главное, устранить их. Проверили условия содержания, обеспеченность кормами, кормление крупного рогатого скота, молодняка крупного рогатого скота. По результатам проверки были установлены определенные нарушения ветеринарно-санитарных правил при содержании. По результатам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на устранение выявленных нарушений. В истекшем периоде 2022 года прокуратурой Бобруйского района возбуждено 6 уголовных дел по фактам сокрытия падежа крупного рогатого скота под видом его прирезки. В настоящее время по этим уголовным делам проводится предварительное расследование. Содержание скота в сельхозпредприятиях на жестком контроле Могилевского облисполкома. Агропромышленный комплекс имеет четкую стратегию, которая позволит увеличить стадо и объемы животноводческой продукции. Продовольственная безопасность превыше всего. Плюс один. В Костюковичском районе задержали очередного любителя нажиться. Мужчина вез целый багажник дистоплива. На 59-м километре трассы Климовичи-Костюковичи, граница Российской Федерации, сотрудники ГАИ остановили 58-летнего водителя одного из предприятий района, который возвращался с ночной смены. Здравствуйте, ГАИ Костюковича, Зинаида Василенко. Видите что? Нет.
Покажите, пожалуйста. Покажите, пожалуйста. Кого? В багажнике его авто правоохранители обнаружили 80 литров солярки. В ходе проверки выяснилось, мужчина сливал топливо со служебного МАЗа. В отношении нарушителя составлен административный протокол. Похожая ситуация произошла на днях в Могилевском районе. Там мужчина пытался сэкономить, но в итоге остался еще и должен. Сотрудники областного РУВД остановили водителя, который заправился краденым дизелем. Шофера МАЗа тормознули в деревне Константиновка. При проверке в баке оказалось, что машина заправлена окрашенным топливом. 40-летний житель Круглого признался, солярку приобрел у неизвестного мужчины и сразу же заправил 160 литров. В отношении мужчины составлен административный протокол, и ему грозит штраф в размере от 10 до 50 базовых величин. Такие случаи за дня в день повторяются. Кроме того, госавтоинспекция усилила контроль за сельхозтехникой во время уборочной кампании. Без нарушений не обходятся, чаще всего попадаются бесправники и водители в нетрезвом виде. Это была «Сирена», ну а больше новостей ищите на нашем канале в YouTube и соцсетях. Я Кристина Ренц. Увидимся через неделю.